Урочище «Белый берег» на уикенд стало площадкой для турслета. Мероприятие организаторы приурочили к году качества и разработали программу из самых разнообразных состязаний. Побороться за звание лучшей собрались 8 команд. От турслета мы ожидаем только положительных эмоций, драйва, всего самого наилучшего. Турслет предназначен нам для того, чтобы поднять боевой дух между нами, между предприятиями города и всеми остальными предприятиями нашего округа. Настрой хороший, мы здесь первый раз. Наше учреждение, наверное, единственное учреждение образования из всех команд. У всех настроение хорошее, все рады, довольны, что попали сюда. Очень по-боевому настроены, активны, заряжены, позитивны. Подготовка проходила у нас сплоченно, дружно, весело. Очень долго репетировали, проговаривали некоторые моменты. Вот. Ну и в целом, так сказать, друг друга поддерживали. Мне все нравится, я здесь уже второй раз. Вот, и каждый раз организация была на уровне. Прежде чем приступить к главному – обед. В меню уха, картофель, мясо. Сразу после жеребьевка и старт. В перетягивании каната не было равных заводу КПД. Следующий этап – презентация визитной карточки. Одно из самых фееричных шоу, к которому почти год готовились команды. Мы подготовили прекрасную песню. У нас есть хороший, прекрасный исполнитель. Он будет исполнять сольно. Ну, мы ему подпеваем как бы прекрасную песню вот в космической теме тоже. Мы подготовили достаточно красочные номера согласно тематике турслета. Мы связали космическую тематику, плюс представить наше предприятие, плюс год качества. 3 дня участники купались в дружной, веселой атмосфере. Лейтмотив состязаний – нащупать командный дух, научиться взаимодействовать и увести массу позитива с собой. Добрая традиция, под которую попал каждый новобранец, обливание водой. В пятницу проходило открытие туристического слета, также был конкурс перетягивания канатов и визитка. В субботу и воскресенье была активная программа, и в воскресенье было закрытие и подведение итогов. По итогам туристического слета золото у Бобруйского завода КПД. Серебро взял красный пищевик, бронзу – фандок. Необычные конкурсы, веселая компания, полевая кухня, песни у костра, космодискотеки – то, что осталось в памяти надолго. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.